кошки Гривель, модель AirTag Lite. Данная модель выпускается в нескольких исполнениях. В мягком, в полуавтоматическом, а также есть модель с индексом White, что обозначает, что передняя часть расширена. Данная модель была сконструирована специально для скитура и для бэккантри. Тело кошек выполнено из алюминия. По сути, данная модель – это модель AirTag, только выполненная не из стали, а из алюминиевого сплава. Модель оснащена силиконовым антиподливом, который запатентован фирмой Gravel. Данная модель отлично подгоняется под ботинки за счет большого количества отверстий в соединительной планке. Соединительная планка здесь мягкая, что позволяет комфортно посадить данные кошки на мягкие трекинговые ботинки, либо на сноубордические ботинки. В данном случае мы одеваем кошки на мягкий трекинговый женский ботинок. Продеваем стропу в отверстие в пластиковой передней планке. Заводим в паз сбоку и через кольца. Излишек стропы можно отрезать либо убрать. Все, кошки готовы к использованию. Модель достаточно агрессивная, но за счет того, что выполнена из алюминиевого сплава, не предполагает большого количества контактов с камнями. Данные кошки отлично подойдут для скитура, для бэккантри, для соревнований по ски-альпинизму, а также данная модель подойдет для прохождения несложных маршрутов, преимущественно фирновых или с небольшими участками льда в горном туризме, а также при альпинистских восхождениях в быстром стиле.